А теперь, чтобы назначить человека на высокую государственную должность, потребуется заключение антикоррупционного агентства. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам противодействия коррупции. Надо отметить, что инициатива прозвучала в ответ на замечание одного из участников Национального совета общественного доверия о необходимости моральной чистоплотности назначаемых чиновников. Раскритиковал президент и деятельность агропромышленного комплекса. По словам Касым-Жомарта Токаева, многолетние коррупционные схемы в АПК подорвали продовольственную безопасность страны. Он отметил, что Министерство сельского хозяйства и акимы должны понести ответственность за растрату средств, выделенных на развитие сельского хозяйства. В частности, глава государства указал на тот факт, что государственные деньги расходовались не по назначению, без учета нужд сельчан. Например, за последние 5 лет на поддержку аграриев выделено более 2 триллионов тенге. За это же время в этой сфере зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлекли 450 лиц. Впрочем, Токаев отдельно остановился и на проблемах с коррупцией на границе, что не позволяет в полной мере использовать транзитный потенциал страны. Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг 5,7 миллиардов долларов. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда. Согласно опросу, 90% людей, ведущих торговлю с зарубежьем, сталкиваются с коррупцией. Из них 45% были вынуждены давать взятки таможникам.